Выбор управляющей компании часто вызывает споры между жильцами, поэтому этот вопрос решают на общем собрании собственников. Но как быть, если некоторые жители не доверяют совету дома? Сегодня в центре внимания оказалась девятиэтажка на улице Пожарского. Раньше дом был в управлении ДЭС ЖКУ, после Нового года перешел к МУП «Жилищник». Подавляющее большинство жителей все устраивало. Доверие к муниципальной компании выше, чем к частной. Однако в конце апреля совет дома собрал документы в пользу УК «Левобережная». Собственники выступили против. Да и законность собранных документов вызывает вопросы. В «Жилищник», да, и получается, что мы ничего как было, так и платим. Нам ничего не поменялось. Все равно мы в любом случае можем обратиться там к властям, еще куда-то. А куда здесь мы обратимся? В суд? Компания «Левобережная» зарегистрирована в городе, в деревне Матвейково Ступинского района Московской области. Это 22 километра от города Ступино, автобус ходит 2 раза в сутки. Решение совета дома уже обжаловали в Госжилинспекции Московской области. Жильцы провели общее собрание, чтобы обсудить вопросы об избрании нового совета дома и выборе управляющей компании. Кворум заочной части не состоялся. На собрание пришла только треть квартир. Было принято решение о переизбрании совета дома и предложены новые кандидатуры собственников. Голосование по новому составу и выбору управляющей компании проведут в заочном режиме.